В стенах Дворца детского творчества собрались представители талантливой молодежи города. 25-й городской фестиваль самодеятельной песни под диктовку «Дождя» – это не только возможность показать свои вокальные и музыкальные навыки, но и пройти отбор на более статусный молодежный фестиваль «Зимородок». «Зимородок» – это отдельная большая история. Это фестиваль, который достаточно широко известен в нашей стране. Это зимний фестиваль. Он сначала был детским. Потом он стал юношеским, сейчас он молодежный, поскольку ребята росли, вырастали, и мы стали молодежным фестивалем. В грядущем году «Зимородок-2025» состоится с 6 по 9 февраля. Фестиваль проводит городской клуб самодеятельной песни «Поиск» совместно с Департаментом по делам молодежи и ядерным центром. География «Зимородка» обширна. Туда съезжаются молодежь и студенты со всей страны. Президент саровского клуба самодеятельной песни «Поиск» Владимир Тиунов и нижегородский музыкант Анастасия Абрамова прослушали выступление городской молодежи. Главный приз фестиваля под диктовку «Дождя» – бесплатная путевка на «Зимородок». Только бы стать нужным кому-то, кем-то хотя бы стать. Анастасия Абрамова приезжает в Саров уже не первый раз. Она участвовала в различных городских мероприятиях и концертах. По ее мнению, саровские объединения авторской песни – одни из самых сильных в области. Вот когда я приезжаю в Саров, такое чувство, что я здесь… Но это как будто бы вот соседний двор моего города, то есть вот, тем более, что Арзамас-то рядом. Вот, то есть я всегда приезжаю с огромным комфортом сюда и всегда с большой, всегда очень жду, на самом деле, сюда попасть. Прекрасный город, прекрасные люди. В Сарове есть два песенных клуба, которые занимаются с детьми. Это юношеский клуб авторской песни «След» и клуб самодеятельной песни «Струна», а также студенческий клуб «Стронций». Все эти объединения принимают участие в фестивалях самодеятельной песни. Я могу сказать, что молодежь и участники вот саровских клубов, ну, такие очень сильные участники. Здесь у вас много есть талантливых людей. Особенно важно, что у вас очень много талантливых педагогов, которые способны работать с молодежью и помогать ей в становлении, чтобы она приносила результаты. Никита Белявов, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.